общаешься. Все уже в инсте, блядь, вроде не рядом, кого сумонит. А вот, друида. Да-да-да. Еще зайдет, наверное. Слышь, Войт, надо по-быстрому закрыть этого Гроля Магии. Просто я уже вижу, что есть одна ниша, которую можно занять прямо сейчас. Нет. Нет, я вообще не про лок. Я вообще про целка. Нахера ты лопы? Почему мага не гениальный, блять, огонь в огне. Вода в воде. Кому говорить или писать роль нахила? Талдарам, талдарам, Ретрик. Дай мне метку, я постою.
Не, поставь сову лучше подальше. Да, просто сову в другую метку поставь, там, если выйдут из порталов, и они же любят еще со своими звездопадами баловаться. Что такое? А, не, ни разу не стоял. Что там уметь-то после каста Вон огонь прожал в и все? огне, значит, огонь в огне. Ну, давай попробуй того разговор я. Если не получится, не пляйте меня. Какой? Где? Стоял. Какой меня? Ну промыть, как нажимать, а какой трусы и кто там? Куда мне вставать? Ромбик, куда? А, все, понял, луну буду прожимать, все. Промойтесь, только не забудьте. Ой, я лока взял. Ну бегите. Мне зависло. А нет, все нормально. Я бы Лока вообще в луну поставил, если бы, что он выйдет, мастан даст на бедствие. Так. Одина, ты задолбала пиздить у меня зажигал. А на трэш гнев небес скажете, когда прожать мне. Я тоже прожму. А есть рыбина у кого-нибудь? Хули голодными на босса идти такое. Паразиты, кровосос, кровь принадлежит тебе, мою кровь, и захлебнитесь ею!
может, дарую вам легкую смерть. Помойка этот Талдаран. Я на Луне Союза, мне сказали, на Кубе. Да, да. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Рыбу не ставил. И зари пока стоит. Эли, поешьте. Это с этих порталов до черти будет убегать. Сейчас меня выкинуло. Да, секунда. Лови. Меня вытянуло, да, завор. А квест как будет? А с квестом будет? С квестом как будет? Зайдешь, примешь КД. Зайдешь, примешь КД и сможешь полутать. Хотя попробуй просто добежать, не принимай КД сейчас. А кто там вылетел? Вы зайдите в портал и вот так быстро-быстро туда-сюда ТП-ши может протонуть. Портал, стой, пытайся войти. Подбейте заметкой за своей. Звезду прокил. Звезду прокил. Мастан, дай. Печать Мактеридона.
Луна. Два процента. Один процент. Как Магеллон, да? Он как Магеллон выглядит, не? А вот я зашел, стою возле клетки, смотрю, как вы бьете. Да, да, засчитается. Тут когда вылетает, можно через портал пройти. На сервисе баг так. Ну просто туда-сюда вот так быстро-быстро перемещаешься короткими шишками. Да, да, так сделано. Закинуло. Ну долгое дело, где-то минуту, может, две. Да, да. И баджи тебе сейчас дадутся, и полутаешь. Ауди сейчас там сидит, смотрит на твой ДПС, радуется. Не, уже не надо, уже не надо. Забей. Это если бы я на лока зашел, то там... Блять, да? Че думал? Просто так, что ли, он бухтает опять? Так, любой маг, поставьте, пожалуйста, портал в Долоран. Стоит на входе. А что, так ничего не могу я с него. Окей. Заходите. Ты вот. Подойди к нему, забери с него сосуд, тебе засчиталось убийство. Не, да. Нет, я ничего не могу с него слутать. Нет, ничего не могу. Вообще, я его не могу взять, таргет даже. Да? Да. После Магеллона будет погибель или будет групп квест? Сейчас убиваю Грула, потом погибель. Что это? На погибель-то? Да не, мне как-то терпеть.
Что там перед боссом, вариант будет покурить сходить? Сейчас я подлетаю как раз, патрулечу по этому курю. Парни, кто у нас есть рукастый приз здесь, ШПшка в рейде? После рейда пообщаться хотелось бы, по ротации. Ну, по ротации, по Т4, под рассказать, как правильно ротацию делать, и все. Ну, если не трудно будет после... Я знаю, что 8 это не потолок, при том шмоте, который у меня. Я в самом больше 8600 даю. Ну, я знаю, что можно на нем больше дать, до 10. Только как? В общем, весь вопрос. За Т4 не знаю. Ну, вернее, уже забыл. А при ШП что нужно? Т4 или Т10? Т4 же. Т4. Япончик, ты куб жал? Да. Ну ладно. Ну, в логове уже лоб есть сейчас. Начнем с манить. Я понял, спасибо. Сейчас покурю, подойду. Если я сейчас выйду, меня запустит опять? Так, я подошел.
кто из двух разбойников на присте хочет сидеть? Присте это кто это, прест? Все понял. Там просто щит надо сбивать и это прерывать заклинание пинком. Отхил его. Там ну, я маг, пирокарп, могу только одну пати диспелить свою, в которой напряжусь. Рога, через щит не сможешь прерывать каст, надо будет щит снести, он слабенький. Кстати, очень профит на роге, я дурман. Я первый раз, я... Можешь заменить меня? Хиахи. О, Хиахи. Я первый раз. Нет, я имею в виду не в рейде, а, блядь, пинать его. Калькулятор, по-моему, он там сидит у тебя. Плюс, минус ставит. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Мага. Никто не стал, забавилось, надо ждать, потом покажут, бывает у меня частенько. Собаку пока сливайте, собаку. Да уже много раз. Дальше мага можешь отвести, чтобы разбойник не отлетал. Я говорю про другого мага, про Аркана. Шаман. Сейчас следующего ждите, он следующего активирует. Блять, да я не про фаер мага тебе говорю. Про синего орка. Опыт. Крестик-то сам не бьет, там ауешка от танка. Ну так а танк-то в жопе. Ну жопа. Жопа. Нилики, отойди.
Я просто Олма не бил, диспелил. Я не бил, но тоже... Ой. Лер. Еще милики долетать будут. Ну и типа вот этот взрыв. Есть. Всех вовцу, по-моему, нет? У меня только вовцу. А еще как по области дает овцу. Самый противный каст это вообще у приста. Самый пьян. Который в доту вешает. Захиливает часть. А, так, ну, рога не дает. Кстати, вот ну, для информации может быть пригодится, если рога дурманище яд на чаре, то вообще там все и точечные хилки, и массовые хилки можно забивать. 5 секунд, смотрите. Не, нормально. Боли, страдания. Сорок секунд отдыхайте. Через 10 секунд будет. Милик, не подбегайте, РДД добью. Долгие просто. Все этого бейте.
уебывается просто. Определяется, какую способность выбрать. Определяется, понятно. Я говорю, блин, какие вкусные криты по 20. Это просто присты охуевшие. Точно. Милики, отойди. Смотри, там 10%, 100%. Он 10 держится. Знаешь, там ауди. Блин, покажи мне этого паладина, который в слот таргет бьет. Там какой-то чувак говорит, что видел паладина, который в слот таргет бьет. Серьезно, покажи. Толп. Не верю. Ох уж эти сказки. Даже у нас таких паладинов. Это вы, по-моему, если не ошибаюсь. Да, коп, что это нюхает? Просто с клавиатуры прям дорожка. Надо будет у Враски и у Ваги, у них ты вылетают. Прям сейчас ты у Ваги не можешь спросить? А сколько у Ваги, кстати, брюлей? Захуярят, ты чё? Я стараюсь. Я ж за фаерман. А, не надо, я лучше в тучки прыгну, да и всё. Я в тучке могу и три штуки закрыть.
Да. Не-не-не. Ребята, а как работает вот увеличение урона на груле? Оно дебаф какой-то стакается? Там его на решетку ставишь, и ему проходит двойной дэм. Ага, спасибо. Типа вон куда это танки ставят, где плотная часть комнаты, там решетка. Они на него ставят двойной урон. Бежать или реснить? Не, Вага, я пропала, спрашиваю, пропала. Должен быть. Спрашивал, это стоял я на кубе или... Кование в одну кнопку захватывает. Да, пиздец, неинтересно. Сейчас... Только он здесь не работает, нихуя. Сейчас Ваги просто пишу, сколько у тебя брюлей, и в столб ты даешь 300 царей. Бисовый паладин у нас. Он просто, блядь, на меня как на идиота смотрит. Кто там говорил про 300 царей, паладина, огонь в огне? Ты ебнутый, что ли? Крит 5. Япончик, там крит в 300 тысяч. Где стоишь? Ты где стоишь? Я не вижу. Кто? Кто? Ты где стоишь? Где мне ручки закрывать? Талдара. Да. Вот в этой стороне. Я закрываю. От ромбика вправо, ближе к штуке, да.
Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Меня ресницы. О, упала. Ты же говорил анрол. Отдай его. Да пусть берет, выиграл, честно. На разбойников лучше.
Портал в Долларам поставьте. Опа, Пеппа. Пеппа, ну, пал. Я паладин, Пеппа пал. Можешь на продажу отдать. Ну, можешь продать. Могу забрать. Да, у меня Т5 как бы на рынке, но он... Я бы продал. Прости, 98, Днюша, 98, перерол. Три, а потом... Вот, а сколько печенька стоит? Там ДК 98 на пуху двуручный. Войт, все? Унраков с черепочком выиграл. Как вам мой друг? А кружка сколько стоит купить ее, блин? На аукционе где-то 170-190, вот так выскакивает. Вот, кому вторая печенька ушла? Можно мне спину, ребят, отдать на приста? На шипы, на хиласе, на хилас спину я заберу. Бой. Харугир, пойдете, я пойду с вами. Печеньку. Да, я понимаю. Что мы с тобой обмен делаем? Я в ЦЛК начал собирать. У нас РТ. Какой режим сложности ЦЛК? У нас сейчас РТ. 25. Все. ЦЛК обычно... возьмете, куда пойдете, я с вами пойду. Ребята, что насчет плаща?
Его заролили уже? Да. На Бреста, да. Нет, который на 260-й, на Хилая подходит больше. Дух там, интеллект. Кружку кто выиграл? А, он ушел, да, уже? Я в рейде. Кружку, ну, ему нужна, да, он бедолага. У него... Да, там у него, блядь, такие аксессуары, что, блядь, мне самому стыдно было с такими ходить. Тебе спасибо. Че, вы куда собираетесь? Окко.